الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Слов, которыми мы рассказали о нашем лучшем путешествии, оказалось слишком мало для того, чтобы передать о тех удивительных днях, когда мы 2 года ездили по малонаселенным местам, куда обычно не ездят туристы. Вот Танзания, бедная африканская страна. Нашей целью было добраться до глубин леса, где живут местные мусульманские меньшинства. Но это было нелегко. Сейчас уже начали появляться какие-то дома. Вон там 2 дома. Также это было небезопасно. Когда ты в Африке, ты не должен ходить в одиночку. Это рискованно. Поэтому тебе нужен вождь каждого региона, по которому ты ездишь. Вот здесь с нами находится вождь этой местности, и именно он возьмет нас с собой. Если ты пойдешь без него, одни люди увидят, что мы чужаки, и они могут убить тебя. И он тот, кто будет тебя защищать и гарантировать безопасность. Когда ты в Африке, ты чувствуешь себя так, словно попал на другую планету. Я бы еще понял, если бы человек пришел сюда и жил день-два, как экскурсия или развлечение. Но если такова его каждодневная жизнь, не знаю, как человек может это выносить. Беднейшая страна мира — Нигер. Их главная проблема, с которой они сталкиваются — это проблема нехватки воды. Представь, страна, в которой нет воды. Кусок великой пустыни Сахара. Я попытался найти остатки воды, но не смог. Надо копать еще глубже, но там ничего нет. Зато совсем по-другому, когда ты едешь на Шри-Ланку, где природа очень красивая, постоянно идут дожди, но это не значит, что бедность там кончилась. Жителей этого дома затопило. Домой они могут зайти только после того, как переберутся через воду. Вода заблокировала для них входную дверь. Там горная местность. Мы пытались ездить там на машине, но на каком-то этапе мы вынуждены были смириться и сесть на маленький самолет, чтобы доехать с одного города до другого. И хвала Аллаху, что у них есть такие самолеты, в отличие от многих других дальних стран, в которых мы были. Что касается Чада, то там у нас была ясная цель — доехать до беженцев из Центральноафриканской Республики, бедных людей, которые покинули свою страну из-за этнических чисток. Субханаллах! Вчера молния ударила в центр лагеря, ударила в большое гигантское дерево. Оно упало на палатки и поломало несколько лачуг. Субханаллах, это дерево раскололось на 3 части. Хвала Аллаху, Всевышний Аллах спас людей, и никто не умер и не пострадал. Расскажи нам, да сохранит тебя Аллах, что произошло с этими людьми. Клянусь Аллахом, было много смерти. У нас есть дети, которые перешли в мир вечный. Также были женщины, которые перешли в Ахират, в столице и других местах. Человек мог выходить из дома, чтобы пойти на рынок, но после этого о нем не было никаких вестей, пока нам не сообщали, что он уже мертв в мечети. О, и они также убивали детей? Да, это происходило и с детьми. Они находили ребенка, который вышел из дома, и убивали его, если видели, что он один. В Камбодже мусульмане живут вместе с буддистами, и между ними нет трений. Зато их главное затруднение там — бедность и невежество, отсутствие знаний.
Что касается Йемена, то там все по-другому. Общаться там легче, потому что они арабы. С ними можно разговаривать на одном языке. Но когда мы видим их трагическое положение, мы почти не можем поверить, что находимся в древней арабской стране. Бедность там куда больше, чем ты можешь себе представить. Да сохранит тебя Аллах, у тебя такой низкий потолок. Да, низкий, это из-за ветра. Из-за ветра? Да, из-за ветра. Ветер очень сильный, жизнь здесь тяжела, полна разными трудностями. Да сохранит тебя Аллах, в этом доме ты уже давно живешь? 53 года. 53 года? С Сомали у нас была проблема, как туда добраться. Даже после того, как ты туда доедешь, тебе нужно будет ехать дальше, в отдаленные регионы этой страны, чтобы попасть туда, где живут люди. Но когда ты все-таки доедешь до места назначения, ты увидишь удивительные вещи. Да, клянусь Аллахом, будь уверен, Сомали не похожа на какую-либо другую страну, в которой ты был. Братья мои и сестры, то, что вы увидели в сериях этой передачи, это далеко не все. Были и другие события, об одних из которых мы не можем вам рассказать, а для других не хватит серий, чтобы рассказать все подробности. Поэтому мы решили отложить их на следующий год. Но это еще не все. Мы готовимся к другому путешествию, которое будет еще больше и обширнее, чем первое путешествие. И в соответствии с имеющимися у нас на данный момент показателями, я уверен, что оно будет еще более удивительным и полезным, чем первое. Уважаемый брат, уважаемая сестра, знайте, что все труды и старания, которые вы видели в этой программе, все это мы предпринимали из-за того, что любим вас ради Аллаха. Поэтому прошу, простите нас, если заметили какие-то упущения. Это была добровольная, волонтерская работа. В нее не входили покупки и продажи. Мы выполняли ее ради Аллаха. И клянусь Аллахом, я люблю вас ради Аллаха от всего сердца. И я знаю, что вы чувствуете это. Говорят, что если слова исходят от сердца, они могут запасть только в сердце. И я прошу Аллаха, так же, как Он собрал меня, и ваши благие, благословенные лица перед этим экраном, чтобы Он собрал нас и у водоема посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, чтобы мы с вами испили из него, и после этого никогда больше не почувствовали жажды, на ложах, обратившись лицом друг к другу, в высшем фирдаусе. Клянусь Аллахом, я мечтаю об этих мгновениях и хорошо думаю о Всевышнем Аллахе, что Он простит нас и предопределит нам это благородное и благословенное собрание. Я прошу об этом Аллаха для себя, для вас и для тех, кого вы любите. Аминь, о Аллах. И хвала Аллаху, Господу миров.